Днем как магазин, вечером как бар. В одном из саратовских кафе незаконно реализовывали алкоголь. Можем и итальянские сыры. Саратовские производители готовы поставлять качественную продукцию без консервантов на рынке города. 15 августа – день памяти Виктора Цоя. Как будут вспоминать саратовцы культового музыканта, расскажем в программе «Новости РЕН-ТВ Саратов» в 19:00.